Всем привет, с вами я, Няшка, и я вам сегодня покажу самый лучший видеоредактор на андроиде. Этот видеоредактор называется VideoPad. Только их есть две версии, Free и Masters Edition. Давайте сначала приступим к Free версии. Так, оно сейчас откроется, так всегда. Так, оно уже загрузилось. Давайте выберем RPG. Ой, не RPG, а этот. Это я пытался сделать обзор. Так, давайте начнем новый проект. И напишем ему любое имя. Я напишу обзор. Так, мне не нужен туториал. Добавим видео. Может, давайте я отредактированного, например, возьму этого андроидика танцующего. Он загружается. Я вам это несколько функций покажу, которых нету в Masters Edition. Так, давайте, я вам покажу, эта функция, правда, есть и в Free, и Masters Edition. Это, как видите, здесь, видите, сейчас вам покажу, вот здесь вот. То сюда, когда мы нажимаем, мы здесь можем убрать музыку даже, которую я ставила в видео. Только у меня что-то еще выделяется. Так, давайте отменим и выделим. Так, отменяйся. Только музыку. А, в Free версии нельзя только музыку видеть. Это в Pro версии. Masters Edition. Тогда давайте добавим какой-то эффект. Это звездочка. И выбираю видео, нажав на него один раз. Как видите, здесь есть скорость. Вот это вот. Скорости нету в Masters Edition. Нету. И давайте немножко, например, скорость на 362. И посмотрим видео. Говорю, когда вы меняете скорость, то у вас при... И это всегда так. Даже когда не скорость, это так меняется. Так, видно. Как видите, у меня видео что-то не хочет прогружаться. Тогда давайте уберем скорость. И поставим, например, зум. Это увеличение. Давай зум. Так. Давай, настраивайся. У меня просто лаги в Free версии. Так. С самого начала давайте поставим на весь экран, а под конец приблизим на андроидика. Save changes нажмем. Так, назад. Даже назад. О, все. Так, и давайте просмотрим видео. Так. Сейчас я поменяю назад. Бо у меня вообще зависает. Так, очистить. Так, все, давайте просмотрим. Как видите, оно мне не очень хочет прогружаться. Это в Free версии всегда так. Я вам показал немного.
и давайте выйдем и зайдем в видео подмастерса Ишу. Вот the last project. Это старый проект, который я только что показывал. Так, давай уже прогружайся. О, все прогрузилось. Нет, cancel. Так, и давайте посмотрим, какие здесь есть эффекты. Как видите, здесь нету скорости. Это минус, конечно же. И поэтому давайте просмотрим видео, которое мы сделали с увеличением. Как видите, оно у нас увеличилось, только лаги были. Но это такой мини-обзор. А, нет, еще нет. Я вам забыл показать. Вы можете навести этой красной позиции, где наше видео. Вы можете нажать, ну, взять обрезок. Так, обрезайте уже. Оно просто долго, ну, недолго обрезается, а у меня просто при записи лаги иногда. Например, как сейчас. Делай разрез. Ура. И мы можем удалить какую-то ненужную часть. Например, вот и выделяем вторую часть и remove. Но я не хочу это делать. И давайте я сделаю undo. И я вам сейчас расскажу секрет, как я начал выкладывать видео в качестве 720. Благодаря этому видеоредактору. Нажимаем экспорт. В YouTube, если Share и YouTube, то оно у меня не хочет выкладываться, что-то пишет не подключено к YouTube. И YouTube 720, файл формат FLV, Resolution YouTube 720, а вот здесь вот я ничего не трогаю. Пусть оно само настраивается здесь, и нажимаю Create. Но я не буду сохранять, хоть оно будет сохраняться где-то. Если видео, например, длится, как у меня LP, например, 32 минуты, или меньше, или 25 там, то оно будет сохраняться где-то полчаса-часик. Ну, это все равно, хоть для некоторых это будет минус, для меня это все равно плюс. Потому что это чудо-видеоредактор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Леонежка и этот чудо-видеоредактор. Всем удачи, всем пока.